Саженцы Chistosa osmunda, азиатского, Chistosa osmunda азиатский, представляют собой декоративный многолетний папоротник. Растение используется для оформления приусадебных участков, газонов, цветочных клумб и бордюров. Наиболее эффектно папоротник смотрится в групповых посадках. Расти предпочитает в тени. Для посадки подходят влажные и хорошо дренированные почвы. Высота растения достигает 1 метра. Листья светло-зеленые, покрыты тонким восковым налетом. Попарно расположены на длинных стеблях. Листва остается зеленой до сентября, затем приобретает желто-коричневый оттенок. Chistosa osmunda, азиатский, это многолетнее растение высотой 100 см. Папоротник лучше всего подходит для групповых посадок. Chistosa прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. По типу ствола Chistosa osmunda, азиатский можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – слаборослый. Расцветает Chistosa osmunda, азиатский, в месяц июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный. Chistosa osmunda, азиатский, имеет летний срок созревания. Обратите внимание, что Chistosa osmunda, азиатский, самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.